Господу. Ту славу, на которую ты способен сейчас. Что ты подарил нам через Сына Твоего Иисуса Христа. Это потрясающую славу, которую Ты излил на кресте за нас, Иисус. Бог мой, наши сердца содрогаются от славы Твоей. Наша сущность трепещет всякий раз, когда мы приходим к центру, к смыслу спасения, к смыслу искупления, к кресту, на котором Ты, Царь Славы, забрал нашу несостоятельность и подарил нам высокое предназначение, высочайшее предназначение на этой земле — знать Тебя, любить Тебя, Иисус. Неси этому миру славу Твою, благоухание Твоего Царства, радость Твою, Иисус, о том, что есть надежда, о том, что есть надежда для каждого. Пусть Твоя река, священная река Твоей крови, Иисус, однажды пролитая на кресте, захватит нас, понесет нас в то великое и недоступное, которое Ты предназначил для нас, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты избрал нас в это последнее время, время, которое Ты предназначил для Украины, для того, чтобы изменить историю этой нации, Иисус. Я верю, что Ты уже все совершил на кресте, все уже совершено Тобой, Иисус. Дай нам войти в эту полноту. Войти через кровь Твою, Иисус. Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощение. Течет с креста святая кровь Твоя, неся нам искупление. Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощение. Течет с креста святая кровь Твоя, неся нам искупление. Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощение. Течет с креста святая кровь Твоя, неся нам искупление. Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощение. Если тебе тяжело сейчас, иди к кресту. Если у тебя что-то не получается, иди к кресту. Там есть ответ. Если ты теряешь способность любить, иди к кресту сейчас. Там есть неисчерпаемый источник вечной, абсолютной любви. Если что-то тяготит тебя сейчас, иди к кресту, там есть сила. Святая кровь Твоя,
Если у тебя есть комплексы, иди к Христу, там есть сила разрушить любой комплекс. Если в твоей жизни есть какое-то бремя, иди к Христу сейчас. Там есть сила свернуть все бремена. Если ты до сегодняшнего дня постоянно спотыкался и падал, иди к Христу. Там твое достоинство, там твое величие, там твоя состоятельность. У ног царя всех царей. В этой реке крови, в этой реке жизни, которая течет с креста. Там есть все для тебя. Войди в эту реку. Просто расслабься и войди. Это река захватит тебя. Там столько жизни. Там столько славы. Там столько огня. Там столько любви. Там столько радости. Там столько силы. Каким бы ты ни был немощным, ты станешь сильным. Я славлю Тебя, мой Бог и мой
скажу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна.
Давай еще раз. Я хочу, чтобы мы сделали это так. Сначала вот этот ряд воздает, написано первое место, которое мы пели. Говорит, что пускай все дышущие славит Господа. Кто здесь дышит? Кто здесь имеет дыхание жизни? Дыхание Бога в себе. Причина, почему мужчины должны научиться славить Господа, это потому что если, во-первых, потому что мы дышащие, и дыхание жизни, которое у нас есть, мы должны признавать того автора, того создателя, от которого мы получили жизнь. Слушайте, если человек, если мужчина не признает над собой власть, он себя самого делает идолом. А если ты сам себя делаешь идола, пренебрегаешь Творца, твое сокрушение неизбежно. Был один такой, который сам самого себя сделал идолом. Его звали Невуходоносор. Невуходоносор, он думал, что я самый крутой. Зачем? Я же сам. Алло, даже если ты президент сегодня, тебе надо признавать президентов, царя царей. Алло, знаешь почему? Знаешь почему? Потому что даже дыхание, которое у тебя в ноздрях от него, порой мы думаем, это я сам хотел проснуться с утра. Это я сам хотел пошел на работу. Алло! Брось эту шутку. Не будь настолько глупым, чтобы думать, что твоя жизнь в твоих руках. Это очень просто доказывается. Надо просто, чтобы Богу пришел к тебе однажды. Не дай Бог, конечно. Дай Бог, чтобы ты очнулся во время. Потому что всего лишь одно действие от Бога. Отбирай свою защиту от тебя. Отбирай свою благодать от тебя. И ты уже не то, что не крутой, а тебя уже выбрасывают, потому что это уже остался у тебя всего лишь труп. Тебе уже ничего не останется. Все. Алло, друзья. Как только что мы начинаем Богу доказывать наши крутизны, мы самоуничтожаемся. Потому что мы не признаем того, от кого мы зависимы. Поэтому те, которые зависимы от нас, часто и нас не будут признавать. Бог убирает все благодати. И не дай Бог, это страшное дело. И поэтому, когда мы поем здесь, мы прославляем Бога, не потому что мы с ума сошли, не потому что мы больные на голову, а потому что мы понимаем, что путем покорения это путем возвышения. Кто-нибудь скажи, путь покорения это путь возвышения. Поэтому я хочу, чтобы мы, как люди, которые признают Творца, чтобы с этой стороны сначала только эта сторона, хочу, чтобы вы просто возблагодарили от души Бога, что вы живы и здоровы, что ты вообще мог сюда прийти, что ты не калеки, и что ты не инвалид, не коляска, и что ты не в инсульт тебя не поразил до утра сегодня. Поэтому закрой твои глаза, подними твой голос и твои руки перед Богом, воскресили ему славу. Не слышу! Тебя, Господь, мы даем Тебя славу, мы превозносим Тебя, Господь, мы превозносим Тебя, Иисус, мы прославляем, мы превозносим, мы поклоняемся Тебе, аллилуйя.
Вы сделали хорошую работу. Теперь посмотрим, как эту шастину сделает. Поэтому, если ты знаешь, что ты не ассайн твоего завтра, а что твоя судьба и жизнь зависит от того, кто тебя помиловал, кто тебя пощадил, кто тебя спас и искупил. Отблагодари его от души сегодня. Подними твой голос. Даже мы пели какую-то песню, такой живой. Есть такой песни, который когда я смотрю, то, что вы играли, как раз та музыка. Ну, что-то мы поем, смотри, что сделал Господь, или что-то такое. Или где Бодеску вообще-то? Иди сюда, дорогой! Мужчина! Папа!
поражен Иисус, Господь навсегда. Дьявол поражен, Иисус, Господь навсегда. Дьявол поражен, Иисус, Господь навсегда. Тогда уже к Иисусу не придешь, а прибежишь. К Иисусу я стремлюсь день и ночь. Он всех врагов моих прогонит прочь. За всех он умер и для всех воскрес и хочет. Кому-то через стол, ну а я в Иисуса Господа влюблен, потому танцую. Аллилуйя! Он всех врагов моих прогонит прочь, пока.